С 1 липеня во ужиток уваходзяць, акрамя папяровых грошаў узору 2009 года, таксама і монеты. Усяго 8 найменняў, ад 1 копейкі до 2 рублёў. Зберагаць іх прынята ў кашальках з манетніцамі. Ці ўвайдуць у моду так званыя бабулі на кашалькі, высвятляла Алеся Рыбалка. Сюда можно ложить монетки, и вот сюда можно ложить монетки. Есть два сложения у нас портмоне. Отделение для монеток тоже везде предусмотрено. Отделы галантереи, як на подбор, с широким ассортиментом. Знайсти кошельки миновито с монетницами вельми просто. Витрины наглядно демонструют пропанову. Выбор большой. Принцип все тот же. Кармашек с кнопочкой. Есть еще вот такой очень интересный кошелечек для модниц. Вот такой вот. Здесь два отделения для монет. Кошельки с монетницами, безумовно, стали брать частей. Але великого попыту не назирается. Я думаю, что, может быть, небольшой ажиотаж и будет у нас. Но я предлагаю покупателям, пускай приходят заранее, приобретают нужную вещь. Подрыхтованные же громадяне не соромятся и навод демонструют свои монетницы. Вот здесь вот. Вот только здесь пока лежат жетончики для метро. Вы специально приобретали, либо он у вас уже был? Был. То есть вам повезло? Да, мне повезло. Покупать новый не надо. Отдел. Под замочком, да? Да. Здесь даже копеечка есть. То есть вы заранее побеспокоились? Ну да, конечно. Алеся Рыбалка и Александр Тарасов. Новини регион.